в моем управлении, но я уже им не руководил, погибло более 300 человек, из них 40 героев России. Какое управление? Какое? По борьбе с организованной преступностью, коррупцией, наркобизнесом. Это МВД России. И сейчас оно осталось? Ну как осталось, вот там Медведев, он же уничтожил это все. Ничего не осталось. Вот мы, вот в чем профессионал... Дмитрий Анатольевич у меня? Да, Дмитрий Анатольевич Медведев. А почему он это уничтожил? Вот я это не знаю. Было написано в порядке усовершенствования. Вот усовершенствовали. Взяли, ликвидировали подразделение. Погибли учеты. Ушли десятки тысяч профессионалов. И они не очухались до сих пор от этого улучшения и совершенствования деятельности, которую он привел. В кавычках. Вот так вот. Улучшение. Ну, конечно, у нас все делается под видом улучшения, совершенствования. Профилактику уничтожили. Единственное, в мире мы этим занимались. Теперь же считаешь работу студента, и он пишет, как показывает опыт зарубежных стран, а мне с болью я, какой опыт, это наш опыт, это мы все делали, а потом забыли. Профилактика и вот, преступности. Да, да, профилактика преступности, там много чего было, миллиарды тратились на это. Свою позицию высказал и Юрий Дудь. Хочется сказать две вещи. Первое. На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление. Когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие. И это мы еще не были на границе. В интернете много сравнений норвежского Киркинесса с нашим Заполярным или Никелем. Расстояние 55-65 километров. Если не боитесь окончательного упадка настроения и сил, найдите и посмотрите. Есть много причин, почему у них нефть и газ и вот так, а у нас нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решение не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться. Все, что написано выше, очень банально. Это очевидно для всех, у кого 2×2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом. Когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: «Пап, ну а ты-то тогда чего?» У меня будет письменное доказательство. Эту власть я не выбирал. Ее имперский угар я не поддерживал. Второе. Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Jazz. Отвечая на вопрос, как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной, он ответил: «Жесть, трагедия и чувство вины мое». Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны, это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны, за то, что я не могу повлиять, с другой, за то, что это моя страна. Хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи.